Здравия желаю всем, кто меня сейчас смотрит. Друзья, вам хорошего настроения, мне пожелайте удачи, потому что осколок зубодробительный просто выпал. Очень тяжело расширяться, я захватил с трудом 4 провинции, теперь не знаю, куда продвинуться. Но у нас есть квест от Кристалла, и по квесту мне нужно эльфов-друидов уничтожать. А у нас есть место, где эти друиды обитают. Вот только, чтобы их уничтожать, мне нужно свою паутинку, скорее всего, бесполезную, сменить на что-то более пригодящееся мне в этой войне. К примеру, на снятие чар. Друиды будут колдовать, и что они там будут колдовать, я думаю, снятие чар мне в этом смысле пригодится. И возьмем, к примеру, астральную энергию, чтобы взбодрить нашего единственного исцеляющего пока что. Уровень, я надеюсь, после этого сражения подниму. Если не подниму, то доподнять его мне будет легче. Идем в провинцию, где эти ребята есть. И попробуем посетить дремучую чащобу. Пока копим немножко золотишко. Ай, на полезные постройки. 4 врагов. Эльф, друид, фея, пегас. Могло быть и больше, так что стоит быть благодарным тем скидкам, которые имеются. 6, 5, 5, 5. В общем-то, да, хорошо мы сделали, что избавились от паутины, так как защитить нас она не смогла бы. Ставим слабеньких подальше. Вот такая вот расстановка. Пегас летает на 5 клеток. Удар 10, контратака 8. Эти ребята, у них 6 выстрелов, сила выстрела 7. У нас наш лекарь умеет восполнять утраченный запас сил. Сейчас посмотрим, к чему это все приведет. Что-то колдует, не стреляет. Уже хорошо. И на это уходит 2 их выстрела. Ой-ой-ой, больно. Причем он стал на непреодолимую преграду. А что же вы колдуете? Рой насекомых. Сюда, сюда и сюда. Ну что, это возможность снять первые чары. Попробую снять с этого парня. Теперь не 4 хода рой насекомых будет меня поедать, а всего-навсего 1 ход. Ну и, конечно же, попробую исцелить. Последним ударю того, на ком чары. Что ты сядешь будешь делать, гадина? С одного раза пегаса убить не удалось. Вон еще 2 чар. Ускорение. И да. Ого. Шикарно. Может убить... Но к лекарю, если что, легче подойти будет этому парню. Наколдовали. И еще могут по одному такому колдовству сотворить. Уйдем в лес. Без чар. Один всего лишь ход. 3 хода чары будут длиться. 4 хода. То есть следующая наша цель для исцеления вот этот парень. Все, мы ничего не можем сделать. Ой-ой-ой-ой-ой. Могут поумирать все ребята. 4 хода. Без чар. Вроде же на него колдовали. 2 хода. И 3 хода. Что я могу сделать? Исцелить этого парня. Снять чары с... Сейчас я проверю. Да, с этого парня нужно снять чары. Ага, подожди. Да-да, все верно. Снять чары с этого парня. И смотрим, что они будут делать.
Ох, ускорение, он по лесам как по равнине бегает. И еще один ход чары продлятся. Тут еще два хода чары продлятся. Ох, наколдовали своих чар. Понятно, значит, мы сначала исцеляем. Раз, два, три, четыре. То есть он без проблем сюда доберется, и перекрыть мы дорожку этому парню никем не сможем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Исцеляем и колдуем последнее доступное заклинание, астральную энергию, чтобы он еще раз исцелил. На этот раз вот этого парня. Так, этот тут и умрет. Сейчас посмотрим, насколько мои пострадают. Ну так, пострадали. Кто будет убивать? Так, а тут кого-то здесь будет атаковать эта тварь. Я даже не знаю, кого исцелить. Вот у нас еще будет страдать, этот уже не будет страдать. Они могут зафокусить одного. Я думаю, что они будут фокусить этого. Надеюсь, никто не умрет. Отлично. Отлично, что... еще одно исцеление. Не дадим шанса эльфу. Четыре на четыре. Мы, в принципе, можем отдохнуть один ход, восстановив здоровье. Или убить его. Давайте типа... Вау, 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 вау. Ты куда побежал? Исцелим самого слабого. 41 золота, 7 кристаллов. Да, это того стоило явно. Берсерк плюс 1. Никаких медалей. Жизни плюс 2. Повышает здоровье на 4, защиту и контратаку на 1. Плата золота возрастает на 4. Эту медаль я возьму, потому что нам надо пробивать путь дальше. Рудник древних. Чертеж постройки рудник древних в инвентарь. Можно добавить. Базовая стоимость. 78,6. Хорошо. Пошли к друидам. Часть квеста выполнили. Денег вроде бы поднабрались. Кристаллов тоже много. Но уровень так и не подняли. И наши парни нуждаются в выздоровлении. Давайте попробуем исследовать эту провинцию. Посмотрим, что и где мы можем выстроить. Еще один амбар. И не один амбар даже. Можем... Нет, еще не можем провести ритуал феерию. Трактир. Трактир построим, так как увеличивает доход. И в замке посмотрим, что мы можем в замке построить. Такого, чтобы нам пользу приносило. Балаган плюс один настроение жителей. Либо кузница. Доход плюс 5 снижает стоимость покупки ресурсов на 10%. Позволяет строить в провинциях склад. Нет, я пока ничего строить не буду. Поберегу денежку, у нас все равно минус. И, наверное, вернемся в провинцию, перезарядим свои заклинания.
Да, это правильный ход, правильное действие. Друидов разбили уже хорошо. Правда, силушки богатырские еще не поднабрались. Сменить заклинание я хотел, вот что я хотел сделать. Нам бы сейчас не единицу магии, а сейчас нам бы единицу командования, чтобы мы еще могли одного парня в отряд взять. Да пошли бы спокойно воевать. Хотя, конечно, стоит отметить, что наши варвары теперь имеют побольше здоровья. 27, он уже под тридцатник идет, 21, 23, то есть одного варвара уже можно выставлять знатным танкующим. Амбарчик. И, наверное, можно провести ритуал. Там, где с этим есть проблема. Большие шатры здесь что, уже люди живут? Как быстро. Ой, эти громилы, как я не хочу на них нападать. Давайте, пока у нас восстанавливаются еще наши варвары, подождем чуток, проведем исследование провинций. А феерию продолжим здесь. Нам, в принципе, немного уровня добить осталось. Древний склеп. Изучить находку. Ну почему так много врагов? 8. Скелет, зомби, упырь, колдун. Отступить. Оставим на следующий раз. В провинции поселился тролль. Он нападает на мирное население, топчет луга, пожирает скот и маленьких детей. Жители умоляют вас что-то предпринять. Ну, съел всех ваших посланников, кроме старца-друида, который прислал передать плохой обед. В следующий раз присылай мясо помоложе. Пусть этим занимается местное население. Да... Пошел ты, троллятина, сожрал наших. Естественно, в этой провинции ребята теперь очень недовольны. И рост недовольства растет. Так, исследуем еще. Вот так мы, конечно, уровень не поднимем. Быстро. Что там мои? Еще один ход можно исследовать, потом можно отправляться кого-то атаковать. Попал в засаду разбойников. Уничтожить этот сброд. Может, сейчас поднимем уровень. Не пренебрегайте возможностью исследовать, потому что может вот такая вот интересная находочка получиться, и у вас уже есть шанс. Шанс поднять уровень. Лучники. Лучники меня не устраивают, но большинство моих ребят в лесу. Так что я их не боюсь. Двойной выстрел. Ну, хорошо, трать свои стрелы. И самое главное, выносливость. Пожалуй, позволю себе исцелить. И стать сюда. Сейчас его попытаются зафокусить. Он потом отступит. Да. Так сказать, сожрал весь урон, который по нему нанесли. И теперь мы спокойненько можем выходить на серьезную охоту. Настолько паутина. Паутина, значит, на
вот этого парня. Все. Серьезный урон. Тут у нас 27 здоровья, так что они даже если захотят, ничего не сделают. Хорошо, что не двойной выстрел. Убиваем с одного удара. Еще одного противника заблочим. И исцеляем того, кто будет привлекать к себе стрелков. Этого выносливости практически не остается. Убиваем опасного парня. И бьем того, на ком висит паутина. Еще один ход. Я, пожалуй, паутину обновлю. Не хочу неожиданностей. Потому что вот этот парень в опасности. Ой, зря я переживал. Ну да ладно, сейчас мы его благословим в путь дорогу. Подождем. Я хочу полностью исцелиться перед тем, как выбирать следующую цель. Тоже он готов. Молодцы. Не бьете этого парня, мне это нравится. Выздоравливаем. Точнее, получаем возможность набрать еще один снаряд. И по чуть-чуть идем к этому лучнику. Пусть атакует. Пусть атакует, а мы пока что еще отдохнем. Пусть за нами побегает. Потерял выносливость, замечательно. Значит, будет стоять и ничего не будет делать. Мы можем пока что провести ротацию. Обездвижен, мы отдыхаем. Идем навстречу целителю. Лекарю. Хорошо. Ничего не отнял. Это же замечательно. Наш лекарь может потратить свой заряд. Все, наши варвары здоровы. 19 золота мы получили. Командование. Замечательно. Снизить цену еще на 10%. Или взять наконец-то защиту от выстрела. От чего мы, в общем-то, и страдаем. Наверное, возьму защиту от выстрела. Жизнь. Повышает атаку и контратаку на 2. Взять медальку. Возьмем. Сфера мысли. Жезл, левая рука, стрелы. Прочность 80-80. Способности. Защита от магии. Боезапаса плюс 2. Плюс 1 к силе жезла. И контроль энергии. Дорогое такое удовольствие. Заберем, конечно же, такой трофей. Это больше магу подойдет. 556 золотых, 116 кристаллов. Ну, мы теперь можем себе очень многое позволить. Только сейчас посмотрим, в чем мы действительно нуждаемся. Первым делом постройки в провинциях. Амбар. Ого! Я чувствую себя богатым. Рынок фермеров увеличивает прирост населения в родовой провинции, позволяет строить в равнинных провинциях мельницу. Требует ресурс лошади. И эти две лошади мне обойдутся в 72 единицы. Нет уж, извольте. Позволяет строить в провинциях заставу. Это мне тоже не актуально.
А здесь позволяет строить в лесных провинциях лесопилку. У меня куча лесных провинций. Куча? Нет, только одна лесная провинция. Одна лесная, одна равнинная. Что ж ты сядешь, будешь делать? А как же тогда этими богатствами эффективнее распорядиться? Допустим, я хочу построить конюшню. Тренировочные залы. Или мы можем пойти к театру, улучшить настроение жителей в родовой провинции, улучшить настроение жителей в провинциях, где есть трактир, таверна или постоялый двор. У нас таких провинций очень много. И нам как бы это понадобилось бы. От настроения будет зависеть прирост и в какой-то степени доход. Давайте построим сначала здесь балаган. Нанять одного лекаря. Лекарь, лекарь, лекарь. 50 и 10. Да, давайте наймем одного лекаря. Но только куда мы теперь пойдем? Вправо, влево, вверх или вниз? Попробовать варварские племена на прочность. Или попробовать кочевников. Одно ясно точно. Больше нигде ничего интересного нет. Ну, давайте попробуем варварские племена. Вдруг мы в состоянии теперь того громилу уничтожить. Все равно, если не в состоянии, то потом загрузить игру будет несложно. Хотя хочется себе пробить путь. А ну, теперь ты труп, дикарь. Я лучше в другой раз зайду. Теперь вы добыча клана. Теперь ты труп, дикарь. Станем здесь, будем на холмах, враг будет на равнинах, но он очень быстро к нам подойдет. Станем здесь, враг вступит на холм, но будет подходить по одному. Интересный вариант. Давайте попробуем. Ну же, меняйся местами с этим парнем. Так вот. Хотя враг может и здесь пройти. И сюда побежать. И шамана подвести. С холма нас атаковать. В любом случае нам неудобно будет. Ладно, давайте попробуем здесь. Пойдет первым громила, хорошо. У этих резистов нет. У этого только один. Хорошо. Давай, иди сюда, дружочек. Правда, их основная масса. Наверное, лучше было бы тут, мы бы по одному их приняли, а не всех втроем. У нас есть еще возможность попытаться убежать. Или будем стоять и ждать. Как крепость. Давайте будем стоять и ждать. У шамана помним, сколько выстрелов. Всего 4. Это не слабенький варвар.
Стоим. Я бы вот это место освободил, чтобы, если что, иметь возможность подвести своего лекаря. Паутину можно кинуть на этого варвара, чтобы они втроем сюда не подошли и не зафокусили. Хотя, конечно, хочется паутину оставить. Подольше. Допустим, он подходит. Я кидаю паутину на этого. Этого мы убиваем. И громила подходит. Нет, меня такой вариант не устраивает. Или громилу задержать. Кого же нам тут задержать? Давайте проверим, сколько будет на громилу действовать паутина. Отлично. Правильно сделали. Вот этих двое подходят. Это мне очень не нравится. И громила на следующем ходу подойдет. Но убивать этого варвара просто необходимо. А сила удара громилы вроде тогда была большая. Допустим. Жалко, не убили этого парня. Но заняли холм. И лекарь на холме оказался. Хорошо. О, какой сильный удар. Еще несколько выстрелов. Добить, тогда сможем подойти к громиле, а сюда подвести целителя на низинку. Конечно. Громилу ставим. Этот варвар тоже в опасности. Тут и друид стреляет. Все плохо. Раз, два, три, четыре. Хотя мы его можем отвести. Ладно. Поверим в себя. А лучше не бить. Посмотрим, что будет делать враг. Паутину нагромил опять. Проклинает, хорошо. Тут сейчас будет фокус. Удар двоих. Мы могли бы убежать от варваров, попытавшись добить громилу. Ай-яй-яй, что ж ты такое уродливое и недобиваемое. Оглушающий удар. Не нравится мне то, что происходит. Надо по-любому исцелять вот этого варвара. И отходить им сюда. Выстрел, который может быть решающим. Я бы даже сделал паутину вот на этого варвара, чтобы его не зафокусили вдвоем эти парни. Я своим исцелением воспользовался.
Что этот в опасности? Что этот в опасности? Только даже не знаю, какой в большей. Что вот этот в опасности? Его ударят и... На нем может сосредоточить выстрел шаман. Я поверю, что громила ударит не больно. Ох, 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 больно. Минус один варвар. Причем варвар неплохой. Но, наверное, нам придется пожертвовать одним воином для того, чтобы пробить здесь дорогу. Паутины больше нет. Ого. Ну, дальше понятно, как двигаться надо. Надо исцелять себя, отступать, перекрывая путь, добивать громилу, добивать вот этого варвара. Этим не трогать. У шамана выстрелов нет. Если сейчас он ударит и убьет, то придется перезагружаться. Да-да-да-да-да, проблемка. Проблемка вышла. Двоих варваров терять нельзя. Загрузить компанию. С этим громилой, что ты сядешь будешь делать? Может попробовать таки переместиться в ту сторону, хотя там они тоже могут подходить плотной грядой. Тут вроде как подбегают по одному. Мы все везде построили, да. Идем туда. Идем туда, друзья, и не стесняемся. Паутина. Паутина, паутина. Давайте попробуем еще одну попытку. Как-то нам нужно изловчиться и все-таки этих ребят одолеть. Может, их легче будет убить, когда они не будут находиться на холмах. Да, атаковать. Переговариваться с нами они не хотят. Я готов. Паутину попытаемся попридержать как можно подольше. И сейчас нужно вот этого варвара быстренько уничтожить. Поэтому всех ведем сюда. О, целителей. За своими парнями, у них там будет холм один. Иди сюда, парень. Ты первый, первый, кто умрет. Проклятие, это минус выстрел, хорошо. Но у этих парней этих выстрелов аж 5. И мы будем оборону держать здесь. Паутинку сэкономим, пожалуй. Нам бы как-то еще нашего целителя провести. Наверное, единственный способ это сделать, это провести их вот так. Единственный недостаток того, что у нас... Ребята не готовы ко встрече врага. Они закрыли проходы. Еще одно проклятие. Замечательно.
Ай, наши целители не готовы. Так. Пусть стоит, ждет своей очереди. А мы можем хитрую ротацию сделать. Три выстрела у тебя осталось. Попытаемся убить этого парня. А двумя целителями исцелим вот этого парня. Следующую паутину сможем потом еще на кого-то наколдовать. Хо-хо-хо-хо-хо. Если он сейчас стрельнет, то может убить. Так, минус один. Два выстрела. Все плохо. Ну, допустим. Только чем нам это поможет? У нас, в принципе, остается еще паутина. И единственный, на кого стоит ее сейчас отправлять, это вот этот парень. Сейчас посмотрим, кого громила. Ха-ха-ха, оглушающий удар, 16, жестоко. Нет, ребята, и такой вариант не пойдет. В общем, я попробую за кадром, а вам покажу результат. Но я добьюсь того, что я это все дело разрулю и расскажу потом, в чем фишка была и как нужно было этих ребят атаковать, чтобы разрулить это дело. Друзья, мне кажется, сейчас у меня появились шансы. Я немножко по-другому расставился. Сразу попытался провести своих целителей вот сюда. Мне кажется, в этом была основная моя ошибка и основной мой недочет, что я не организовал сразу целителей. Можно попробовать использовать паутину сейчас, чтобы затормозить передвижение этих ребят, но мне кажется, они достаточно тоже неправильно подходят. Ой-ой-ой, сейчас еле выживает парень. Но есть возможность провести ротацию. Этот холм вообще не к месту. Пожадничал я паутину. Как я буду действовать? Отступить. Все еще плохо. Все еще очень плохо. Он нам тут мешается, но потом этот парень его атакует. А паутину мы уже использовали, либо этот ударит в спину. Допустим, есть у меня другой вариант. Прикрыть лекарем в надежде, что лекаря с одного удара эта гадина не убьет. А лекарь помочь почти ничем не смог. Может быть, они попытаются пострелять в него. Что?
Больно. Сейчас будет второй удар. Ой-ой-ой. Почти подвел лекаря. Нет, убивают. Что ж, друзья, опять пробую. Ну что, друзья, вот в принципе она как должна выглядеть победа, но это очень-очень сложный бой и реально тут чистое везение. То есть все зависит от того, получится у врага походить, вернее, будет ли враг ходить так, как тебе нужно, или не будет. Расставлялся я, в общем-то, где-то здесь посередине. Враг замешкался немножко, и из-за этого, ну вот видите, на самых-самых последних соплях вытащил это сражение. Плюс неизвестно, что будет дальше. Повезло, как стоит друид, шаман точнее. Если бы он стоял здесь, то кому-то из моих смерть бы пришла, точно. Плюс у меня у этого варвара нет ухода. Ну, теперь есть, теперь надо доисцелять. А уж исцелять уже просто нечем. Ну, тогда надо стоять и отдыхать, кем могу. Может, кого-то удастся исцелить. Давайте еще отдохнем, пока шаман ходить не может. Попытаюсь восстановить как можно больше боезарядов. Шаман все еще не может ходить. Сильный вред он мне причинить не может. А я сейчас постараюсь восстановить своим как можно больше жизни. Отдыхать, не отвечать на провокации. Отлично. Можно еще ему сказать не отвечать на провокации и исцелить. Кого же ты можешь исцелить? Давай вот этого доисцеляй, ты отдыхай. Мы отдохнем еще пару ходов, пока шаман отнимает по одной жизни. Отдыхай. Ай-яй-яй-яй. Шаман понял, кого нужно атаковать. Не уследил я за этим. Но да, это победа за нами. Ну, вы видите, тут как ни старайся, а победа крайне сложная. Одна из самых сложных битв, которые я проводил. Сложнее, наверное, было в самом начале, когда еще не совсем хорошо разбирался в механике и не было такой практики, какая есть сейчас. 31 золота, 3 кристалла. Повышает здоровье. Да, беру. Они этого заслужили, защита, эту медаль не беру. Жалко и странно, что ни одной медали не досталось моим целителям. Но мы пробиваем эту провинцию, это четвертая наша провинция. Минус 7 у нас расход по золоту, но помним, мы находили чертеж так называемого рудника древних. Он стоит 230 монет и 10 кристаллов, но... Ага, базовая стоимость. Это столько он стоит только потому, что мы, у нас нету мифрила. Но он строится там, где есть холмы. Доход плюс 10. Доход от железа плюс 4. Доход от мрамора плюс 8. Доход от мифрила плюс 12. Его, конечно, желательно на мифриле построить, но у меня есть железо. То есть я так понимаю, что если я его сейчас тут возведу, то у меня будет доход плюс 14. Да, видите, у меня был расход минус 7, плюс 6, доход где-то плюс 14. Там туда-сюда вычлись нецелые числа, вот такое и получилось. Неплохо, только теперь нам нужно эту провинцию защитить, потому что она у нас основной генератор дохода. Ух, это было сражение. Сферу мысли можем оставить для колдуна, вдруг его наймем. У нас четвертый уровень. Долина чаек, варварские племена и... Потань! Наконец-то вольное поселение! Хоть кого-то можно убить. Ой, как же я рад! Это было сложнейшее сражение, но я его таки провел. Как там мои ребята себя чувствуют?
Ну, в принципе, здорово, можно и без ритуала. Без ритуала победить, попробовать. И денег у меня достаточно, что меня тоже радует. Так понимаю, нигде ничего я больше построить не могу. Кроме... Может, конечно, и нет смысла в этой постройке, но, пожалуй... Что-то мне теперь должно таки дешевле стоить. Кузница. Кузница стоит 50, железо, ресурс у меня есть. 172 из-за лошадей. Но увеличит прирост населения в родовой провинции, позволит строить в равнинных провинциях мельницу. Вроде это у нас холмы, вот это у нас равнина вроде бы. Большие шатры. Это у нас вроде тоже холмы. И это, наверное, холмы. Плюс 5 доход, она окупится через 30 ходов. Вряд ли, вряд ли. Стоит ее строить. Давайте, наверное, кузницу построим. Мы пробились. Мы пробились, и это главное. Ладно, друзья, встретимся с вами в следующей серии. Будем пытаться найти врага, расширить наши участки и владения, добавить себе доход. А самое главное, что мы никого не потеряли, а это значит, что наша армия сильна, как никогда ранее. Тут нормально. Можно ритуал провести, конечно. А, феерию через 6 ходов только. В больших шатрах у нас уменьшается беспокойство, в Ранском лесу тоже. Здесь оно немножко растет, здесь у нас уменьшается, и здесь растет. То есть две провинции, где мы реально рискуем беспокойством. А в остальном мы смогли удержать гоблинов и ящеров в более-менее хорошем подчиненном состоянии. Ну а варвары уступили место. Я так понимаю, здесь у нас тоже теперь не варвары, а люди живут. Хорошего вам настроения, друзья, и до следующей серии. Удачи!